Радченко Зинаида Владимировна, библиотека-филиал номер 7. Егор Исаев из поэмы «Суд памяти». Вы думаете, павшие молчат? Конечно, да, вы скажете. Неверно. Они кричат, пока стучат сердца живых и осязают нервы. Они кричат не где-нибудь, а в нас. За нас кричат, особенно ночами, когда стоит бессонница у глаз и прошлое толпится за плечами. Они кричат, когда покой, когда приходят в город ветры полевые, и со звездою говорит звезда, и памятники дышат, как живые.